Вот у меня по мутим сляз, потом смотрю, о, сгущенка цельная, запечатана. Вот мы, во людей вообще дожились она. Вообще, думаю, взял эту сгущенку, ну, там, так, такое принял. Потом я ее, правда, на следующий день только распечатал. Смотрю, какая-то жидкость, мура какая-то, думаю, что это такое, сгущенка обычно такая, ну, ее обычно добавляешь. А там то ли мука, то ли что. Ну, вообще даже не белая, а какая-то желтая херня, короче. Ну, я так попробовал, вроде сладкая. Но у меня сахара не было, думаю. Да ладно, пойдет мне на. Короче, мешал, думаю, сейчас белая будет. Да не, никакая не белая, на. Какая-то мура, короче. Ну, думаю, вроде сладкая. Да пойдет, на. Короче, эта сгущенка, можно сказать, даже и копейки она не стоила. Это что туда затолкали, я сам даже не знаю. Но главное, не отрава, я не отравился, видите, я живой, да. Так-то. Хорошо, хоть отраву не кидают, ой, дай бог, да. А если начнут отраву в сгущенку, да всякую херню толкать, я не знаю тогда, что тогда получится, какое человечество у нас вообще наглое такое. Вообще, да. И вот мне вот до сих пор вот человеку так, ну, просто, люди хотят как-то выкручиваться, жить, денег-то много надо, кормить надо, а все государство обдирает людей, последнее все, вот люди стараются, вот такие, вы думаете, кто-то виноват вот в этой сгущенке, то так, сгущенка, вот сейчас говорят, рыбные какие-то концерны тоже, этикетки, рыбу берешь, например, там какую-то такую лосось, а там какая-то кика обыкновенная, да. Короче, вот так. Вот. А кто это делает? Кто? Да людям жить просто надо, жить надо. Это никто не виноват в этом мире, никто. Это просто такая система, просто. Людям жить надо, они вот и стараются, да, вот. Кто как умеет, тот так и трудит. И никого винить в этом мире. Вот, у нас обычный, вот, а винить закон нужен, закон. Закон вот эти все составляют самый высший закон. Вот у нас. Обман, короче, кругом. Потому что награбит. А людям-то выживать как-то надо. Вот они и хибитят что угодно делают. Травка появляется, это появляется. Да все что угодно. Тебя скоро торговать всеми, чем угодно будут. И так далее. И вообще. Ну, мне там лично наплевать на это все. Ну, жалко все-таки людей. Мы же живем. Человеку дана жизнь всего один раз, он не живет по 10 раз. Одна жизнь дана, ее надо достойно прожить, а не так-то просто. Вот.